That's your universal camera systems back online. Камера Universal снова в сети, поэтому приглядывай за обстановкой, пока работаешь. Ур-ур. Всем привет, с вами Шмыга, на канале Шмыга. Сегодня играем в игру Observation, это часть 3. Эй, здесь кто-нибудь есть? Мэй, это Эмма, ты не представляешь, как я рада тебя слышать. Эмма, боже, Эмма, я застряла в Шэньчжоу, где ты? Мы только что добрались до центра. Мы это кто? Я и Сэм. Я не знаю, где остальные, кроме Стаса. Он мертв, Мэй. А, по-моему, это мы уже читали, да? Бог мой, как? Ну, похоже, центр был разгерметизирован. Сейчас все в порядке. На нем был костюм, но кислород закончился. Что насчет Джима, Джоша и Илза? Пока ничего не известно, Сэм разбирается с оповещениями станции. Пока я пытаюсь перезапустить систему датчиков, питание полностью вырубило. Сэм утратил большую часть своей памяти, но я потихоньку ставлю его на ноги. Окей, я хочу помочь, но я в китайском крыле, не могу выбраться. С июня 03 что-то не так, все наглухо заперто. Сейчас я попрошу Сэм этим заняться. Сэм, проверь оповещение станции в первую очередь, если получится. Оповещение станции активно. Подожди, а как это нужно было вот так? Please repeat your previous request. Look at your station alert, Sam. Find out what is wrong and do your best to fix it whilst I get this tracker back online. Подожди, а где оповещение? Как это сделать? Йо, она сказала в 03-м, она... А, вот здесь. А, ну да, батарейки-то нету, ёпти. Оповещение. Как оповещение? Так... Узел добавить системные соединения. Нет, не хочет пока. Блин, надо вспоминать еще и как тут это все делать. Я потому что не очень хорошо все помню. Так, что там у нас? Что там? Нет, тут ничего пока нельзя сделать. Это охлаждение у нас все, да? Датчик сотрудника. Так, тут, короче... Не, подожди, это что-то не то. А где мне оповещение-то проверить? Слушай, я не понимаю. Терминал жизнеобещающий. Access denied. В доступе отказаны, биометрические данные не обнаружены. Please repeat your previous instruction. Look at your station alerts. Смотря оповещение установлено, нажимаем. Well, а где оповещение это посмотреть? Ой. Fix it whilst I get this tracker back online. Блин, как меня бесит эта игра, потому что капитанский модуль, потом управление шлюзом, управление навигацией, с тем же без мейнфрейм, сенсор системы датчиков сотрудника, система охлаждения, биомет, канал звена, терминал для астрофизических изменений. Да ё-мо, я все время забываю, что тут... Да ёп... А как, подожди? Разобраться с оповещениями повышенной важности. А где это делать-то? Канал звена, давай в канал... Канал звена, хорошо. Что мы тут можем сделать? Ноутбук. Ноутбук, не ноутбук. Здесь что? Все, мы открыли какой-то... Я не знаю, что мне нужно делать, ребят, поэтому все. И то, что я туплю, как и не знамо кто, это всем давно известно. Никому. Пироболт какой-то. Что за пироболт? Наверное, в игру надо было играть в этот, ну, типа, да? Ну. Да. Это что за люк?
активно. Схема. Нет, подожди, давай тогда не схема. Что-то я не понимаю. Она застряла вот здесь. Здесь закрыта дверь. Здесь закрыта дверь. Оповещение какое-то нужно, да? Датчик сотрудника. Это охлаждение. Вот что-то горит там, нет? Это сотрудник. А здесь что было у нас? А вот что это? Управление люком. Неактивно. Схема. Необходимые схемы не найдены. Ага. Пока не можем, короче, открыть. Понял. Так, уходим. А, как уйти так? Подожди. Реально непонятно. Непонятно пока ничего. Еще и звук исчезает. Так, подожди. Не понимаю, вообще капитанский модуль. Где он тут? А, вот оповещение станции. Ёб твою мать. Это пипец. The cameras in EAS 10 are failing to initialize. Не надо запустить. Right, ладно, я сейчас все починю. Релокация. А почему только это починит? Да, пока тяжело разобраться мне в этом во всем. Оповестить команду об ошибке через оповещение станции. Подожди, так там же еще было что-то у нас. Сенсор окружения. Почему ты меня сюда-то загнал? Подожди. The connection between системой и Самус было выведено из строя. OS has been severed. I need those sensors. Мне нужно включить центр, включи их, будь душка, я пока тут попробую починить. Нужен сенсор системы датчика сотрудника. Получить системное соединение, активировать сенсор системы датчика сотрудника. А, и все, то есть, типа, все, да? Так, датчик сотрудника. Датчик сотрудника, мы же были в нем. Я еще могу вот так вот двигать. Ёп твою налево. Так, хорошо. Датчик сотрудника где-то здесь было же, да? Вот он. Датчик сотрудника, да. А, приблизить для взаимодействия, так. Три троечки. Это нормально, это легко. Три троечки легко. Калибровщик сенсора. Сенсор активирован. Это что такое? Доступность систем проверок точек. Ключ преобразования зеленый. Мне нужно что-то нажимать? Или нет? Сиреневый, типа. Блин, а что ты мне мышку-то двигаешь? Алло, ублюдок. Сенсор один активен, собирает информацию. Отличная работа. Спасибо. Все? Или нет? Что по заданию? Включить сенсор синего датчика сотрудника в июне 1.6. Все понял. Так. Июня... Ой, это ЮЦ был. Июня... 06 июня, погнали. Ой. Так, тут что-то странное, да, происходит? Какая-то... Странная херобора. Так, давай к другую камеру. Вот он. Три четверки. Отлично. Калибровщик сенсора. Опять же, мы, короче, занимаемся этим же, да? Тем же самым. Геймплей такой он... ну...
необычный очень геймплей. Сезар тоже включился, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. А, где там было Юни 06 и Юни 01, да? Угу. Так, вот он. Так. А что это наверху? Наверху какой-то Wi-Fi, типа, да? Ну, а что это такое? Очень похоже. Калибровщик сенсора, опять же. Пока все понятно, пока все легко, но да, но нет. Вот, все включили. Я почти закончил. Все благодаря тебе. Ну еще бы. Сенсор системы сейчас недоступна. Ага. Так. Разобраться в помещении повышенной важности. А, все понял. Так, а помещение станции. Обнаружен сбой в работе системы охлаждения, рекомендуется изучение ошибок. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Сэм, взгляни-ка на сетевой узел. Сетевой узел, да? Система охлаждения, биомет, канал звена. Что? Там ни такого не было. Почини систему... А, прикольно. Она мне дает одно задание, а задание на самом деле как бы другое. Сам, я тебя слышу. Дверь заперта и, кажется, заблокирована. Что-то с давлением? Да подожди ты. Так. Узел системы охлаждения. А, схема. А я могу? Не могу, да? Так, понял. Сворачиваемся. Так, тут был узел системы охлаждения, ноутбук. Юкук. Так, сюда давай прыгнем. Где-то здесь тоже что-то было, куда я мог влезть. Вот это что такое? Это тоже система охлаждения, да? Узел. А мне нету схем, что делать? У кого просить схемы? Подожди. А, может быть, здесь где-то на стенке будет висеть схема. Лучше. Энергохаб включить. Оп. Приблизить для взаимодействия какой-то предмет. Так, так, так. А, вот, ну я понял. Да, сканируем. Сканируем. Ёптель. В модуле 03 обнаружена технологическая диаграмма для системы охлаждения. Конфигурация 1, конфигурация 2, 3, 4. Адаптер. Угу. И чё, а как мне тут, что это такое? Понятно, ничего. У меня есть только 1 и 2, да? Ну, хорошо. Так, давай-ка в ноутбук еще залезем. Ноутбук. Hey, Sam. Message for Emma. Эй, Сэм, сообщение для Эм. Привет, это я. Отличные новости. Джим наконец принял меня с тестов реактора менеджера. Говорит, Хьюстон хочет переключить AR в режим ожидания к завтрашнему дню. В общем, у нас вырисовывается неожиданное окно между сменами, и мы оба в кои-то веки будем на ногах. Поэтому тут открылся новый ресторан, называется EC12. Еда ужасная, конечно, но вид оттуда просто отличный. Увидимся там в час. Я бы предложил провести время в твоей каюте, но там чуть-чуть тесновато, а бадмазель, которая спит напротив, явно чем-то недовольна. До скорого, Эм. Конец сообщения. Спасибо, Сэм. А? Мне нужно... А, нельзя. Так. Вот смотри. В случае магазин свяжусь с супом. Так, короче, у нас есть комбинация. Комбинер файл гидропамяти. Самос. Самос. Теперь доступна комбинация данных. Самос. Так. В Самосе есть... It's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. Так. Message ends, Sam. Thanks. Опа.
Да, получили некоторые варианты. L4, L3, L2 и L1, да? Правильно я понимаю? Вроде правильно. Хорошо. Так, взад, уходим вот сюда. И что мне теперь нужно? А, починить все это говно. Так, починить систему охлаждения. Так, подожди, а тут же еще было, знаешь что? Что-то еще здесь было. Подожди. Это какой-то новый или не новый? 2-3-3. Схема. Удерживать, свернуть, смотреть схему. А как я, подожди. Мне же нужно знать, что это за... Ой, извиняюсь. Мне нужно... Там нужно быть... Да, время написано. Пена на нем написано 186. Да, вроде? Просто 186 вроде написано, да? 186, адаптер 2, конфигурация номер... Бам. Так, раз, два, три. Сверху три. Сверху три. Забыл уже, твою мать. По-моему, вот так. Отлично. Я вижу мега еще конек, система снова проверяется. Продолжай, что бы ты там ни делал. Ну, конечно, я же мастер на все. Руки, ёпти. Триммер, конечно, тупой, но мастер. Так, здесь у нас какой? А здесь не написано как. Ух ты. Так, окей, подожди. Этот мы включили. Это что? Центральный узел. Центральный узел пока не надо, подожди. Вот непонятно, что это за говно. Понял? Скорее всего, на нем не написано, и мне нужно будет угадывать. 726 это конфигурация номер 3. Номер 3, ёпти. Она как идет-то? А, так подожди, а я не могу мышкой здесь шевелить? Надо руками, типа? Ёп твою налево. Тяжело, ребят, тяжело здесь будет сейчас. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. С каждой по пять, ты хорошо. Раз, два, три, четыре. Ну, пять, допустим. Нет, по-моему, вот здесь было, да? Пять свободных же было, да, вроде? Еще раз извиняюсь, ребят. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, типа пять и плюс один. Или нет, подожди. Тут получается 6. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну да, на шестой и пять вниз. И начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шестой и в пять вниз. Раз, два, три, четыре. По-моему, вот так. Блин, не понял ни хера. Подожди, две направо. Подожди, назови. Раз, два, три, четыре. Нет, пять свободных получается. Пять свободных и пять. Ну да, на шестой. То есть свободных пять должно остаться. То есть раз, два, три, четыре, пять на шестой, да. И здесь то же самое. Раз, два, три, четыре, пять и на шестой. И получается сколько? Получается вот так вот, да? О, отлично. Это было самое тяжелое. 726 этот. Так, а вот теперь нужно угадывать, да? Или не нужно угадывать? А что там? Что там? Центральный узел. Ну, центральный узел мне пока не нужен. А вот, блин, а как отгадать-то вот эту загадочку? Ну ладно, там, короче, два варианта. Либо первый, либо второй, правильно? Ну давай с первого начнем. Так, с первого начнем. Это опять же раз, два, три, четыре, пять на шестое. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, один. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Юмс. Как там было-то? Так, по-моему. Сеть не активна.
Значит, другую конфигурацию. Давай попробуем. Четверку, да? Снизу два. Раз, два, три. На четвертую. И раз, два. Во, все, отлично. Это, значит, получается, у нас L4, да, был? L4 был, да? Так, теперь мне нужно вот, вот сюда, в узел. В узелек. В узелок. Узелок развяжется. Узелок завяжется. Один, два, три. Соединение. Опа. Так, готово, готово. И чё? Старт. Узел системы охлаждения, управление узлами. А, узел активирован. Процедура отклонена, почему? Узел активирован. А, тут надо через старт, наверное, нужно вначале вот так вот, да? Угу. Успех, узел активирован. Теперь запустить управление центральным запуском. О, все. Система охлаждения активирована. Отличная работа, Сэм. Это откроет нам и другим членам экипажа доступ к модулям у Universal 3.4. А еще мы сможем попасть в крыло Шэньчжоу. О, все еще заперто. Блокировка не снята. Тут что-то про контактные точки, Эмма. У нас была та же проблема в крыле AI. Судя по всему, нас прилично тряхануло во время перемещения к Сатурну. Погоди, чего? Сатурн? Да, извини, что раньше не сказала. Сэм говорит, что это якобы он нас сюда привел, и, увы, это все, что мне известно. Твою ж батька, Сатурн? То есть, черт, я даже не знаю, с чего начать. Так, я сейчас выйду наружу и попробую все починить. У меня есть мой костюм и достаточно кислорода. Мэй, будь осторожна. Все будет хорошо, не беспокойся. Так. Опа, стоп. А что такое? Шэньчжоу, крыло китайского национального космического управления. Система... Где остальные, Сэм? А что, мне нужно... Мне нужно что-то делать? Камера неактивна. Мне можно что-то сказать? Нет. А зачем мне в ядро памяти, он сказал. Датчик сотрудника. А, вот Джим Эллиас. Данные повреждены. Не можно об этом сказать? Данные датчика Джима Эллиаса повреждены. Может, есть местоположение или метаданные какие? Капитан Джим находится в крыле РУС. Я не могу определить это точное местоположение. Окей, есть доступ к его медикам. Не у нас получить медико-биологические данные капитана Джима Эллиса. Элайс. Что насчет Джоша? Пожалуйста, скажи, что у тебя есть информация. Джош. Джош Рамон. Так, Джош. Сигнал датчика Джоша Рамона слабый. Примерное местоположение. Его методические данные. Местоположение Джоша Рамона неизвестно. Какие данные о нем есть? Мне удалось получить данные капитана Джоша Рамона. Ничего не понимаю. Может, какие-то помехи? Мэй, кажется, нашли Джима. Он где-то на салюте. Отлично, его помощь нам не помешает. Скажи ему, что я жду объяснений. Погоди, похоже, твои камеры в российском крыле отключены. Сейчас починю. Так. Опять еще новое. Найди капитана, Сэм, где он? Ну, давай попробуем. Керимов. Капитана видишь? Я не вижу капитана, а ты? Ноутбук какой-то, так. Но я что-то пока не вижу, как Кэпса. Ну давай с 01 попробуем.
Так подожди, АБ это откуда? АБ это сверху. Я не вижу Кэпа тоже тут. Я должен его увидеть вообще или нет? Или это какой-то прикол? Что-то кто-нибудь свалится, типа откуда-нибудь. Так, давай-ка перейдем тогда РУС-1, РУС-2. Займи камеру, моя мазафака. Мазафакер. О, тут есть этот, смотри, сфера подключения неактивна. Почему неактивна? Мы же с такой занимались. Бесит, да? 3-4-2. Данные наблюдения доступны. Ответ Эйлзи. Извини, но я не могу помочь тебе с данными наблюдения. Джим меня под завязку нагрузил. Он даже нарушил протокол, чтобы сместить мои циклы сна для обязанностей космического уборщика. Следить за сигналами, проверять всякое, целых 5 часов наблюдать за передачей данных. Пока Сэм занят тем же самым, конечно же. Не знаю, зачем он нас так и распределил. У нас не совпадают периоды сна, мы толком вместе поработать и не успеваем. На космических станциях не всегда так, если вдруг что. Я уверен, что в дальнейшем такой изоляции друг от друга не будет. Если будет нужен, кричи во все горло. Конец сообщения. Так, это мы где? Это мы здесь. Там мы посмотрели, его там не было. Здесь мы посмотрели. Мы здесь, в принципе, тоже тут ни черта не это самое, да? Так, окей, это РУС-02, РУС-03, РУС-04 мы, по-моему, были, да? Врата. Что за врата? Что так? Что за шотца? О, ноутбук еще. Давай, да, полазим по ноутбукам. Могу я полазить по ноутбукам? Нет? Алло. Ну, игра. Так, подожди, а вот это что за ноутбук? Я в него влезть не могу, что ли, пока, да? Сенсор окружения. О, сенсор окружения. Может быть, его можно починить? Нет, нельзя. Так он без батарейки. Па-па-па-па-па. Так, короче, тут пока тоже ничего не вижу. Вентиляция сейчас недоступна. Так. Пока, короче, я тоже его здесь не вижу. В четвертом мы были, нет. Ага. Да, сейчас оповестим команду о том, что у нас тут проблемсы. Так. Проблемсы. Так, 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 так. Ну, короче, да, скорее всего, он там. В этом говнище. Давай, погнали. Р. Ну, а что ты не хочешь? Оповестите команду об ошибке через оповещение станции. What would you like me to do? I said, get me a visual, покажи мне Джима. А почему я не могу, камера неактивна? Почему я не могу сообщить-то? Оповестите команду об ошибке через оповещение станции? Где оповещение станции? Ой, бесит как. Система жизнеобеспечения. А, вот оповещение станции. Мне надо запись камеры в РУС-6. Окей, я могу их подключить. Релокация, происходит подключение узла камеры. Подождите. А вот и готово. Опа, а вот и готов. И тоже наш братан Джим Элиас. Но подожди пока, Джим Элиас. Мне пока ты не интересен. Пока ты не интересен, я тебе еще говорю. Ты мне не интересен. Так, что тут у них в ноутбуках есть? Тут что есть? Тут ничего нет. Это что за ноутбук? Можно трогать ноутбук? Нельзя трогать ноутбук. А вот этот ноутбук? 4-1-4. Видите пин? Ничего себе. Ничего себе. Запингованный. Все, пока, тварь. Запинговал ноут, смотри какой, а? Хитрый парень. А вот и не хитрый парень. 9338, да? Я по-моему отсюда. 9338, да? А как набирать? А? Выбрать? Схема Люка Русса. Люка Рус.
схема люка. Но, скорее всего, нужно будет сейчас его открывать, поэтому мы на всякий случай... Сообщение для экипажа. Что бы ни произошло, спасибо. Спасибо, ребята. Извините, не хотел нагнетать. Ага. Да, понял, понял. Так, все, теперь, наверное, его можно показывать, да? Капитан Джим Эллис находится в РУС-6. Теперь мы должны иметь доступ к российскому крылу. Джим, это Эмма. Я вижу, где ты находишься, скоро буду у тебя. Или нет? Да не, будет, наверное, будет. Так, а что нам нужно сделать теперь? Что-то по заданию. А нет заданий. Я вот туда не могу пройти, да? А, не, могу. Управление люком. 4-3-3. Схема. Люк разблокирован. Нужен L3 нам нужно. L3. С самого начала. Вправо, вниз. Пьюмс. Сколько вниз, непонятно, да? Подожди, а сейчас посчитаем. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, наверное, да? Четыре вниз. Сам, I can't get in. The hatch control is damaged. Да понятно, подожди, да, я посмотрю-то. Shit. Вот дерьмо, нужно подумать. Люк разблокирован. Ты можешь пролезть через него и открыть люк с другой стороны? Джим, капитан! Капитан! Слышишь меня? Нет, Джим, прошу, это... Я не могу в это поверить. Боже мой. Эмма! Говори со мной! Он мертв, Мэй. Нет. Мать твою. Эмма, что происходит? Эмма, мне нужна твоя помощь. Я у панели, но она не работает. Идеи? Эмма, мать твою. Отвечай давай. Я сейчас отправлю к тебе Сэм, он сможет подключиться. Разрывается еще одна сфера прямо рядом со шлюзом, возьми ее. Блин, мне опять летать в этом говне? Удерживать его, чтобы узнать подробности. Найти Мэй Морган за пределами станции, прикольно. В РУС-2 есть какое-то говно, есть сфера, да, прикольно. И что мне с ней делать? Занять, и что? Занять. Бесячая это, конечно, вот это говнище теперь опять летать. Так, ладно. Мне нужно выйти отсюда, правильно? Да. Сэм, иди сюда и помоги мне снаружи китайского крыла. Так. Так, вот сюда идем опять. Так, раз... Ой, нет! Я вру. Нет, так мне нужно вначале внутренний закрыть же, нет? Внутренний люк открыть. А, разгерметизировать. Подожди, я же должен вначале закрыть здесь дверь, нет? Ай, ладно, забей, похуй. Открыть. Бля! Так, и где это... Песоска. Окей, я подключаюсь к камерам в твоей сфере. У меня должна получиться подключить сферу и установить контакт с нами. Куда мне идти-то, ёпть? Алло.
Картографические данные не найдены. Место неизвестно, почему? Так, подожди, что мне нужно сделать-то? Нет, выйди отсюда, пожалуйста. Найти мой Морган за пределами станции. И каким, бля, образом? Бесячая какашка. Так, ладно. Каким образом? Вот это там Китай? Китай. What would you like me to do, Emma? Go out to May, Sam. Find her. Подожди, вот это станция Россия, правильно? Вот это что ли, чайно, нет? Да, это она. Она где-то здесь. А, вон, вижу. А чё она такая мёртвая-то, алё? Боже мой, Сэм, это она. Она в порядке? Она двигается? Я знаю, что их как-то можно перезагрузить отсюда, но для этого мне нужен Стас. Мэй, я сейчас отправлю Сэм, чтобы обрезать точку контакта. У меня была такая же проблема в крыле ЕО. Если у меня получится, ты сможешь вернуться обратно и не идти аж до шлюза ЕАЙ. Сэм, перезагрузить точку контакта между китайским крылом и Universal. Так, что нужно сделать? Переназначить скобы люка кит 01. А как я это делал-то, я уже не помню. А где этот кит 01? Тут же были какие-то скобы, да? Или как-то я тут открывал, или нет? А я что, ниже не могу? А ты можешь хоть показать-то мне, где эти скобы-то? Скотина, тварь. Блин, я реально не помню, где я это делал. Блин, ну может показать-то, алё? Ну ты ж тут со мной катаешься. Блин, ну как ты бесите вы меня, конечно, а? Давайте, выйди отсюда. Так, а как мне выше? А, выше чем? Ну где кит? А, подожди, а у меня карты нет уже, да? Блин, у меня нету карты, оповещения, датчик сотруд. Блин, ну ты бесячий. Вот реально вы бесячие. Со своими тупорылыми, блин. Эмма, please repeat your instruction. Help me with the clamps on Шэньчжоу. Мне разобраться с комнатой на Шэньчжоу. Тебе это расплюнуть. Блять, мне это расплюнуть, да, если б я еще знал, куда лезть-то надо. Где точки контакта, упырь? Слышь? Ой, блин, просто обожаю копаться в какашках. Я не вижу. А вот вижу. Нет, не вижу. Где там это было написано? Вот, точка контакта, где? Ну и чё? Да, блин. Через жопу все сделано-то как, а? А что мне это? Это мне ни о чем не говорит. Ну, точка контакта и чё? Точка контакта. Куда залезть-то тут можно? Тут же... А, во, вижу. Висячее говнище, а? Еще найти нужно. Да, надо просто вспомнить, как, ну, типа не вспомнить, но как выглядит-то все. Я когда играл-то уже, ну, я же не сразу записываю, а через некоторое время, поэтому я вообще не помню, что там, 300 игр.
уже поиграл, и что тут надо Good делать? Work. Значит, на работу вернись к мэру, расскажи ей, и она теперь может вернуться в Шэньчжи. А зачем мне ей рассказывать? А у нас что, связи нету, алё? А где это? Блин. О, бестолковая. Она умерла, наверное, уже. Мэй, Сэм все перезапустил. Возвращайся назад и иди ко мне в Universal. Отлично, мне такой вариант больше нравится. Ну ты что? Реально что ли? Так, а мне нужно через ту дырку. Сэм думает, Мэй... Шторм? Связь обрывается, возвращаюсь в Кит-03, скоро увидимся. А я что делаю? Сэм, ты это видишь? Мэй, скорее возвращайся, шторм на планете. А мне что делать? А я ничего не могу делать, да? Эй, Сэм, я переместил тебя в другую сферу. Я не знаю, что только что произошло, но я чувствую, будто бы я изменилась. И изменилась не только я. Вот, взгляни. Кто-то идет за нами, Сэм. Кто там идет за нами? Я никого не увидел. Это бред. Я не уверен, насколько меня еще хватит. Они просто там зависли. UC-02 сейчас герметизируется. Давай попробуем установить контакт с ними. Если там, конечно, есть выжившие. Я понимаю, что это все звучит бредово, и ты, скорее всего, ответишь мне что-нибудь невнятное, но я рада, что ты здесь. Система дронизирована и активна. Я здесь, Эмма. Да, ты здесь. Не так ли? Сэм, голосовая идентификация. Еще разок. Доктор Эмма Фишер, 1-4-0-4-1-2. Совпадение не обнаружено. Отклонил. Ладно, забудь. Почему-то мне кажется, что ты и так мне поможешь. В смысле? Нет. Как я тебе буду помогать? Я тебя не знаю. А еще раз, идентификацию быстро прошла. Чем я должен тебе помогать? 226 год. 6 часов после инцидента. Система коммуникации активна. Так, все работает. Давай посмотрим. Нужно еще кое-что сделать, если мы хотим хоть с кем-то поговорить. Внешние коммуникации в порядке, но панель направлена не в ту сторону. Поэтому, чтобы подать внешний сигнал, нам нужно сделать две вещи. Первое. Направить панель в сторону гипотетического расположения других станций. И лаборатория астрофизики нам в этом поможет. Второе. Мы не сможем подать сигнал без кода авторизации капитана. Он должен быть в его личном модуле Е07. Узнай код авторизации, передай его мне, чтобы я могла ввести его в систему. Но вот настроить панели тебе самому придется. Ну конечно. Если появятся какие-то новые уведомления, дай мне знать. Я, возможно, смогу что-то починить. Конечно, все на меня приложил, ёб твою мать. Чё там, Е07 найти говно? А, через это говно нужно говорить. Эмма,
Эмма, мне не удалось подключаться к камерам в ЕА-07. Странно, может, Джим их выключил? Релокация. Подключение. Должно работать теперь, проверяй. Оп. А вот и я. Здрасте. Здрасте, забор покрасить. Так. Ну и чё, ноутбук вижу, ноутбуки. Ноутбуки, пупуки. Формулы какие-то. Что мне нужно? Мне нужно найти код доступа, типа, да? Так, а чё все ноутбуки выключены? Что я сделал? О, ноутбук какой-то. Ой, тут... Градуатьон. Да, прикольно. Так, Грудатьон. 3-1. Соединяшкин. Сообщение домой, Сэм. Доброе утро, боец. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Просто хотел пожелать тебе удачи на экзамене. У нас тут кое-что происходит. Надеюсь, скоро я тебе лично расскажу, как все было. Почему мне снова пришлось уйти? Скажи маме, что я скоро буду дома. Люблю вас. Все, Сэм. Так, graduation. Как я тебе напишу graduation? Там нельзя graduation пока написать, да? Так, мне нужно какой-то пароль там от... Так. Подожди, надо, давай-ка от это самое. Вот тут можно. Вот, документ удерживайте, чтобы скопировать. Продукт. Краткое изложение ежедневного наблюдения за отметкой выпущенной. Подготовленный контрольный... Не знаю, что бы это ни было, что бы это ни было. Что там, ничего не написано, да? А, мне нужен пин. А чтобы был пин, нужно, чтобы был не пин. Так. Мне нужен пин. Пин, скорее всего, будет где-нибудь записан на записках, на каких-нибудь, на таких. 14.12, 14.13, 14.56. А пину сколько нужно? Ну, 4 цифры обычно в пинке у ID, да? Что, математические какие-то задачки нужно будет решать? Не надо. Тихо. Тихо. На управление люком. Ну нет, пока не надо. Хладогенератор. Добавить системы соединения. Что это такое? Успешно. А что, цифры-то какие-то странные, да? Ладно, хладогенератор активный, и все, и отстань. Блин, о! Документ. Сканирование. Фотография. Джим Эллиса с выпускного в ЕАК 2008. Джим Эллис. Может быть, 2008 у него? Градуа IT он. 2008 у него, может. Давай попробуем. Ну а что, у меня выбора-то нет особо. Ну, как бы, я больше цифр, четырех цифр больше не видел нигде. Поэтому, как бы, ну... 2008. Предвестник 1. Код идентификации... А, предвестник 1, все, да? Код предвестник 1, все. Я это... Так, и что мне... А, так мне нужно... Подожди. Мне нужно это было сказать же, да, дамочки моей. Дамочки моей, так. Код предвестник 1. Кажется, это код миссии. Предвестник 1, код миссии был другой, Сэм. Что сейчас за предвестник 1? Сэм, это не код миссии, ёпарный карась. Что это за предвестник 1? Э? Ну, этот код хотя бы сработал. Так, документы я тут все под это самое. Так, теперь что мне надо сделать? Найти идентификация. Найти координаты спасательной станции на панели для астрофизических измерений. РУС-04. Установим координаты. РУС-04, погнали. РУС-04. Это ЮЗИ, РУС-04, погнали. Ой, ёб твою мать! Чё ты пугаешь, ты скотина, тварь? Я аж подобосрался немножко.
Опять эти загадки? Ёб твою налево, а. А что там было, я уже забыл. С3... А что последнее было? В, по-моему, да? Квадратики. Кусочка это, да? И вот так в земле. Так, мне нужно записать, я забывался. Ты забывался? Я забывался, например. Ой, стрелочки. А, или что, это типа он сейчас... Ой, глаза. Треугольник. Ой, и писюся. Глаза. Да, и писюся, по-моему, так. А что это такое? Меня инопланетяне, типа, это... Трешуют или что? Что это за тесты такие? За тесты, мазафака. А? Быстро. Включайте. Так, булькулька, квадраты. И буква Г. Ой, и чё вот эта хрень? Ничего себе. А чё так много-то всего? Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вот эта вот хрень. Потом, что там был? Ёб твою мать, я забыл. Квадраты были, по-моему, да? Да, были квадраты. Потом была вот эта стрелка, да, и вот это вот. А? А? Хорош? Я хорош? Хорош. Ну да, это какое-то прибытие, типа, мы общаемся с помощью каких-то знаков. Или что это такое? Или я не прав? Не, мне кажется, что я прав, и мы общаемся именно этими знаками. Только что эти знаки означают, я не понимаю. А, все нормально? Окей. Панель астрофизических измерений. Так, погнали. 2, 1, 3. Сервер ближнего поля не активен. Отправь данные коммуникации. Понял. Ну понял я, ёпт. Встань. Сервер ближнего поля активно. Сервер дальнего поля активно. А мне какие-то координаты нужны, да? Типа там сделать. Что там? Что там было? Ну, сука, ноутбук. Это для этого говна. Так, тут больше ничего не было. Так, погнали дальше на Б. На Б. Тут где-то что-то должно быть, где бы я бы нашел, да? Или нет? Или я уже типа все нашел? Все нашел или не все нашел, а? Ладно, давай еще разок попробуем с этой камеры. Я вроде включил. Ку. Загрузочка. Ой, загрузочка пошла, ребят. Загрузочка. Ой, а что такая плохая загрузочка? А еще раз можно? И что это? А! А что мне нужно найти? Зайди. Что это такое вообще изображение? Что мне нужно сделать, алло? Это дальнее поле, подожди, а из-за ближнего поля. Я просто не очень понимаю, что мне нужно сделать? Что за данные? Что я отдаю? Не, вы можете что-нибудь понять, нет? Это просто какой-то квадрат. Где 5, это... Ну, 5 это вот столько, типа. Ничего не понимаю вообще, ребят, что мне надо делать? Это очень сложная какая-то загадка, мне кажется, нет? ID это чьи ID?
Почему так мало айдишников? Ладно, все, можно и отправить. Здесь все разъединить. Найди координаты спасательной станции на панели для астрофизических измерений. Найти координаты спасательной станции, блять. Каким образом-то? Тут схемы нигде никакой нету, а? Так а что мне там надо? Блин, ничего не понял. Что это за загадка такая странная? Не, да может быть все очень плёхо, все очень плёхо, все очень просто, но... Вы же сами понимаете, Шмыга он тупой, и поэтому... Что тут сделаешь? Что там? Да? Что там? Какой еще ноутбук? Хоть ноутбук, но я его не вижу. Ладно. Ноутбук. Еще одна камера вот здесь, да? Ну я не понимаю, а как это отгадывать, ребят? Что за подсказка какая-нибудь есть в игре, нет? The astrophysics terminal data has been updated. Мы можем зайти дальше, чтобы настроить панель коммуникатора. Я что-то отправил, типа? Прослушивание. Так не, а чё? Что это за квадраты? Объясните. Вот тут есть какая-то... Тут есть квадрат. Изображение ближнего поля чего? Я нихера не понимаю. Что? 5. Все, я могу уйти? Нет, найти координаты специальной станции на панели стратегических измерений. Remind me, Emma. What can I do for you? First, we need to adjust the array to target the other station's relative. Направить панели в сторону. We've got the code. Now we так, вот у нас есть перестал добыть координаты с терминала астрофизических изменений. Какие, сучка, терми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Координаты, сучка. Вот так мне нужно просто брать и, типа, вот что мне нужно делать? Кто-нибудь может мне здесь объяснить? Вот, хорошо, я вот так делаю. Можно? Мне насрать, я вот так делаю. Раз. Вот шесть штук этих делаю и сваливаю отсюда. А, нет, вот, стой. Блять, мне нужно попасть мышкой. Я понял, все, отстань. Так это же, подожди, это же не все эти. Данные объекта, а как мы определим, что это спасательная капсула, или как она там называется? Блять. Ну, типа, каким образом? Я не знаю, что за кнопки я нажимаю, точнее, что за эти. Оп. Короче, какие-то... Я не знаю, что это такое, что за капсула, ёпти. То ли мне нужно, не то ли. Все, я все сделал. Я молодец. Как огурец. Ну все, я больше ничего не вижу.
Да в смысле? Я же нашел, нет? Я е... А, теперь ближнего, хорошо. Еще не понимаю, что тут надо делать. Какие-то точки я делаю, да? Или мне нужно, типа, подожди, или мне нужно... Ничего не понимаю, ни черта вообще не понимаю, ребята. Что надо сделать? Что за говно здесь происходит, мать твою за ногу? Изображение ближнего поля. Ближнее поле чего? Что я вот сейчас сделал? Можешь кто-нибудь объяснить? Что я сейчас сделал? Я не понимаю просто. Реально не понимаю. Сколько там было точек? Сколько я уже отправил? Я правильно отправил или неправильно отправил? Почему? О! А вот спасательная станция, ёпт. Вот данный объект, спасательная станция. Все? О, ёп твою мать, это пипец. Установить координаты на панели коммуникаций САМОС. Панель коммуникаций. Подожди. Требуется координат панели и ключ авторизации. Что нужно, подожди? Иначе. Цель координата панели коммуникации само. Угу. А можно вот так, да? Нельзя, нужно мышку. 16. 14, 22. Сорок восемь. Не, ну реально, это очень... То есть мне просто нужно было по карте ехать, ездить, пока я не найду... А как его зовут-то? Капитана, как звали? Не. Во, все? Сэм, отлично, мы снова на коне. Да, прям на коню, на коне, на таком коне, что прям вообще. Ладно, была не была. Будь, что будет. Говорит доктор Эмма Фишер, и я нахожусь на борту наблюдателя. Пожалуйста, ответьте. Это наблюдатель, я вижу вас. Ответьте. Если вы меня слышите, дайте знать. Выжила только я и Сэм. Я не знаю, как мы здесь оказались. Генераторы вышибло. Был какой-то шум, и вот мы здесь. Я... Полагаю, что вам все это известно, и вы здесь, чтобы нам помочь. Вы повторяю, говорит доктор Эмма Фишер, я на борту наблюдателя. Пожалуйста, ответьте. Релокация. Сэм, этот звук. Это входящее сообщение? Это должно быть спасательная станция. Это не может быть сообщение с Земли слишком быстро. Получено сообщение.
Зашифрованное сообщение обходится в вещи протокол дешифровки. It's encrypted. See what you can do, Sam. Зашифрованное сообщение обходится в вещи протокол дешифровки. Спасибо, свиданница. Hey, Sam. Message for Emma. Message for crew. Whatever happens next, thank you. All of you. Message for Holmes. Так, а она что-то будет отвечать мне про на этот счет? Опа, стоп. Ну, так а чё по заданию-то там? Расшифровать сообщение необходим ключ. Расшифровать входящее сообщение необходим ключ. В смысле, каким образом я тебе его расшифрую, если у меня нету ключа? Алло. Чё, не понял? А это что там у нас? А что мне нужно сделать-то? Я не понял, вообще не понимаю этой игры. I'm sorry. Я совсем понимаю, что от меня требуется. Получено свежего, нам нужен код дешифровки, чтобы его прослушать. Где его, блядь, возьмем? Дьюс 1 должен быть системный ноутбук, с ключом полезным, да, поищи его. Дьюс 01, погнали. Так, Вьюс 1, что-то там дофига, монитор. Тут видите, как бы... Ну, типа, очень плохо все. Ну, то есть, типа, блин, тебе дают задание, а как бы она говорит одно, пишет другое, а потом нужно еще как бы ее переспрашивать, типа, ну, недоступно, я понял. Так, то есть это как бы, ну, по геймплею это, в принципе, может быть и нормально, но для тупых, как бы, ну, как я, это как бы, ну, тяжело. В смысле? Вьюс 01, ты мне сказала? Я же здесь, вместе с тобой, ты что, гонишь, что ли? В смысле? Подожди. Please repeat your previous instruction. The message we received is encrypted. We'll need to apply a decryption key to listen. There's a systems laptop. Нужен системный ноутбук, судя по лезвию, поищи его. Системный ноутбук. Grab it from there. Системный ноутбук. У меня есть системный ноутбук. И чё, я, у меня access denied. Терминал жизни. А, это терминал системы жизни. А, вот это вот, да? Почему системный? Схема Люкию. Так, хорошо. Сообщение для экипажа, Сэм. Привет, ребята. Я знаю, что некоторых из вас завалили запросами от Хьюстона. Да и я тоже хорош. Чего ж, и всю прошлую неделю мы мешались у вас под ногами. Я хотел сказать, что ваши просьбы были услышаны. Особенно Джоша. Мне его сложно было не услышать. Понимаю, ситуация вас раздражает. Но это скоро закончится. Скоро все наладится. Будет идти по плану. Очень скоро. Серьезно. Просто доверьтесь мне. Когда мы доберемся до другой стороны,
Я вам обо всем расскажу. Может быть. Это официально. Протокол дешифрования. Я понял. Все, теперь мы можем. Так, теперь мы можем здесь, в ядро памяти. Че? Протокол дешифровки еще. Говорит Джош Рамон, я на борту. Где я? Боже мой, это Джош, он жив. Как он? Он добрался до другой станции. Пожалуйста, ответь, я нахожусь в китайском модуле 3, но я, Эмма, если слышишь меня, ты должна на другую станцию. Он пытается, Эмма, прошу тебя. Он жив, он жив. В китайском модуле 3 он, да? Он жив. Я знала. Наверное, он перебрался туда после того, как мы видели Мэй, когда спасательная станция прибыла. Слава богу. Сэм, я направляюсь к шлюзу. Полезай в сферу, пойдешь со мной. О, как она бесит меня, а? Где твоя сфера? Я когда видела фильм, героям пришлось прыгать с одной станции на другую. Да, молодец. Они воспользовались волной от взрыва модуля и перепрыгнули. Зачем нам взрывать что-то? Можно же просто нацелиться и оттолкнуться. Теперь, когда я сама в такой ситуации... Черт возьми, я доверю управление траекторией какому-то взрыву. Да, молодец. Поэтому ты мне и нужен. Подожди, а тут же он должен был писать, где этот... Сфера... Типа одна сфера только осталась? Чё, серьезно? Твою налево. Куда он делся-то? А? Эй! Okay. Готов? You ready? Нет. Что мне надо сделать? А, покинуть станцию. Оп, через жопу. Я готов, а ты готов? Блин, да попадай ты в дырки нормально. Релака... Я была снаружи станции только один раз, а тут еще это. Так, то есть мне еще нужно это. Вот тебе и вомут с головой. Сколько уже серия это длится? Уже, по-моему, очень много я играю, нет? Ну ладно, давайте дальше. Немножко дальше, не... Продолжим. Дальше что продолжишь? Дальше не могу продолжить. Okay. Окей, кажется, мы готовы к прыжку. Ну давай, хорошо. Если я начну отклоняться, попробую подтолкнуть меня сферой. Ёп, ты чё, дура? Я не уверен в том, что риск себя оправдает, но лучше иди и нет. Будешь моим якорем. Окей, была не была. Я, мне что делать? Что я творю? Что я творю, Матерь Божья? Ну да, прикольно. А я думал... Сэм, ты здесь? Последний корабль, идите к нашему. Они построили вторую станцию, прототип? Зачем понадобилось две станции? Мы почти на месте, Сэм, вернись, отклоняешься от курса. Чё? Ты сейчас в модуль врежешься. Так, а я не управляю ничем, алё. Мысли. Или я чем-то управлял.
Я же вроде ничем не управлял. Да, я ничем не управляю. Осторожнее, ты вот-вот врежешься в модуль. Боже мой, пожалуйста, ну, ну. Да. Да, я добралась, Сэм. Никогда больше не буду так делать. Осторожнее. Классный космонавт. Я думал, их обучают всему, что может произойти на станции. И даже в нештатной ситуации, нет? Ну ладно. Да, вот, ребят, мы с вами закончим на этом. Спасибо, кто смотрел. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем поке. Всем пока.